смотреть, насладиться мини-футболом, что-то мне подсказывает, что он будет очень и очень ярким. Прячают удар хороший, есть добивание, будет. Есть, и здесь великолепно. Липецкие футболисты блокируют мяч, здесь бы успеть достать, и передача есть на пустые, гол! Ну что сказать, великолепная контратака в исполнении ЛГТУ, и здесь отличное завершение, у которых по три коллектива в группе. Ох, а тут какой гол! Вот так вот, обычный, казалось бы, розыгрыш, и здесь... О, прошу прощения, нет, не Александр Сидоридов, конечно же, Рамиль Гулиев не в ту сторону посмотрел в протоколе. Проиграл команде князь Владимир со счетом 5-6. Бойный матч был. Ох, а тут какой момент! Головой! Перекидывает, вот это да! Какой голласа, конечно. Да, придумали здесь красиво. Правда, очень красиво было, но меньше апеллировать арбитрам и, соответственно, надеяться на то, что... Их какие-то голы, нарушения, да, у нас гол все-таки великолепно здесь разыгран. И Дмитрий Куликов как влетел. Смотрите, да, отличная передача, обратный пас, я должен отметить, великолепно сделал Виктор Бат. Играя в равных составах, слишком уж велика вероятность того, что соперник снова пойдет в атаку быструю. Вот сейчас хорошо у Липецка получается выйти с носка, и это гол! Липецк забивает, а был так близок Куликов к тому, чтобы мяч все-таки забрать. Давайте смотреть еще раз момент. Ну, я должен обратиться, каким хладнокровием Галышкин здесь, да? А вот у нас и ответ. А вот у нас и ответ, друзья, вот так вот. Ну, что сказать, фантастический матч, конечно, в плане забитых мячей. Мне даже эмоций сейчас не хватает. Ну, просто великолепно все было сделано, да, и в сиреневых футболках. ЛГТУ сейчас в атаке. Первый тайм они провели вторым номером, больше на контратаках. И, в принципе, очень неплохо действовали здесь. Штанга! Гол! 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 Вот так вот! 47 секунд потребовалось ЛГТУ, чтобы забить мяч. Ну, здесь, конечно, очень сложно было для Женебека Гамарова, голкипера команды Макушина. Да, смотрите, очень плотный удар здесь. И добивание не успел. Не успел. Восьмой номер, голкипер команды Макушина. Ну, собственно, решил обойтись без нее. Не имеет на это права, в принципе. А тут хороший розыгрыш, казалось бы. Но удар не дали сделать. А вот вторым темпом Липецк забивает. Юрий Папин. Да, великолепный гол в его исполнении. Пытались здесь заблокировать уже буквально. Но в итоге только угловой. Георгий Чичелян, какой гол, какой момент. Казалось бы, абсолютно спокойно, вроде как он принял мяч, да, ничего не предвещало. А он берет и забивает, ровно как на полочку положил. Семикин, это неизменный человек, равно как и Куликов. Пятого полевого, ну-ка, тут дальний удар, и, наверное, это будет гол. Это будет гол. 6-4. Ну что, великолепно сейчас. Жукову, мне кажется, даже радоваться особо не хотелось. Макушина продолжает пятого разыгрывать. Смотрите, как-то более так стянуто стали. И отличная передача. И штанга сейчас спасает ворот липецкой команды. Ой-ой, вообще-то это в перспективе вторая желтая была. Но Макушина забивает гол без фиксации нарушения правил. Да, вообще-то это отложенный фол мог быть абсолютно спокойно. И действительно, Папин на Рамиля Гулиева. Бат, как хорошо уходит от соперника. Мягко, ворота. Это гол. Это гол. Великолепно сыграно. И Виктор Бат забивает. Смотрите, здесь абсолютно легко уходит от защитника. И мягонько туда ворота. Очки предыдущие матчи завершались победами. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И вот сейчас лишил просто своего партнера по команде гол. И Юрий Папин великолепно заблокировал здесь мяч. И вроде как он должен был залететь в ворота. А тут успевает Свиридов добежать и проткнуть его. С другой стороны, день отдыха тоже хорошая штука. Великолепный перехват здесь от Липецка. Потеря. Может быть, фаталий. Чичелян выходит. Сейф есть.
Спасает! Нет, это автогол за 6 секунд! Это автогол за 6 секунд! Чичилян, какой момент! Ну что ж, МФК-маг ужасно спасают эту игру. Смотрим здесь, да, попытка достать этот мяч, но уже фактически в воротах был. И сложно было. Чичилян записывает этот мяч. Ну что, 3, 2, 1 и... Сирена.